Продолжу другой важной темой всероссийского масштаба. Буквально несколько часов назад в культурной столице России стартовал 26-й международный экономический форум. Он продлится до 17 июня. Березники на нем представляют компании «Уралкали» и «Уралхим». В этом году стенд компании выполнен из 160 тысяч живых цветов. Установка конструкции заняла 288 часов. Над украшением работали 75 человек. Авторы изобразили полотно с фруктами, которые держат в руках. На стенде гости и участники форума могут узнать о достижениях и последних разработках градообразующих предприятий в области производства минеральных удобрений. Отмечу, Питерский экономический форум – одно из самых масштабных бизнес-событий не только для России. В этом году о своем участии заявили более 17 тысяч человек из 130 стран. Традиционно на форуме представители властей и бизнеса заключают договоры о сотрудничестве. Организаторы ожидают, что в 2023-м сумма подписанных контрактов превысит 6 триллионов рублей. О самых актуальных событиях с форума «Свое ТВ» в оперативном режиме будет рассказывать зрителям в новостях, а также в социальных сетях.